Раствор Тефон – отличное метаболическое средство. Формы выпуска – капли. Eminent Amin – FTD метаболическое средство. Инструкция. Описание. Прозрачный бесцветный или слегка желтоватого цвета раствор. Состав. Активное вещество – таурина, тефона – 40 мг на миллилитр. Вспомогательные вещества – метилпарагидроксибензоат, вода для инъекций. Фармакотерапевтическая группа. Прочие офтальмологические средства. Код АСС-01КСА. Фармакологическое действие. Таурин является серосодержащей аминокислотой. Стимулирует процесс репарации и регенерации при заболеваниях дистрофического характера и заболеваниях, сопровождающихся резким нарушением метаболизма глазных тканей. Способствует нормализации функций клеточных мембран, активизации энергетических и обменных процессов, сохранению электролитного состава цитоплазмы, улучшение условий поведения нервного импульса. Показания к применению. Дистрофия роговицы, катаракта, старческая, диабетическая, травматическая, лучевая, травма роговицы, в качестве стимулятора репаративных процессов. Дистрофические поражения сетчатой оболочки глаза, в том числе наследственные ретинальные амиотрофии. Имеются данные об эффективности Тефона в качестве средства, снижающего внутриглазное давление у больных глаукомой. В случае совместного применения Тефона с тималолом отмечено значительное усиление гипотензивного действия. Усиление эффекта достигается за счет увеличения коэффициента легкости оттока и снижения продукции водянистой влаги. Способ применения и режим дозирования. Препарат назначают в виде инстилляции по 1-2 капли 2-4 раза в день в течение 3 месяцев. Курс повторяют с месячным интервалом. При травмах и дистрофических заболеваниях роговицы применяют в тех же дозах в течение 1 месяца. Рекомендации по использованию флаконов с крышками-капельницами. Перед применением препарата удалить с флакона алюминиевый колпачок, снять резиновую пробку и закрыть флакон крышкой-капельницей, предварительно освобожденной от упаковки. Затем снять колпачок с крышки-капельницы, перевернуть флакон, закапать необходимое количество капель препарата. После применения флакон вернуть в вертикальное положение и надеть колпачок на крышку-капельницу. Побочные действия. Возможны аллергические реакции. В случае возникновения вышеперечисленной побочной реакции или побочных реакций, не указанных в данной инструкции по медицинскому применению лекарственного средства, необходимо обратиться к врачу. Противопоказания: гиперчувствительность к активному веществу или к любому вспомогательному веществу. С осторожностью, беременность, период лактации, дети до 18 лет, эффективность и безопасность не установлены. Передозировка. Случаев передозировки при применении глазных капель Тефон не описано. Меры предосторожности. При необходимости одновременного использования других офтальмологических лекарственных средств, глазные капли и другое. Интервал между применением Тефона и других препаратов должен составлять не менее 10-15 минут. Применение во время беременности и в период лактации. Так как эффективность и безопасность глазных капель Тефон не установлены, необходимо с осторожностью применять во время беременности и в период лактации. Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами. Не рекомендуется управлять автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами во время применения глазных капель Тефон. Взаимодействие с другими лекарственными средствами возможно совместное применение Тефона с тималолом. Случаев негативного лекарственного взаимодействия Тефона с другими препаратами, применяющимися в офтальмологии, не описано. Условия хранения в защищенном от света месте при температуре не выше 25 градусов Цельсия. Скрытый флакон хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 градусов Цельсия в течение 4 недель. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. Упаковка во флаконах по 5 или 10 мл. Каждый флакон в комплекте с крышкой капельницы и инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Отпуск из аптек без рецепта. Производитель: Рубилмед препараты, Республика Беларусь, город Минск, улица Фабрициуса, дом 30.